Так, девочки, меня зовут инструктор Тиборнс. Первые и последние слова, которые я должен слышать из ваших вонючих хлебал, это есть, сэр. Я понятно выражаю. Так точно, сэр! Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру под названием Half-Life Opposing Force. Вот. Не помню я уже, где мы с вами остановились. Так, вот это вот, по-моему, сохранение у нас было. Так, вот. Да, точно. Вот здесь у нас была остановка. Нам как-то тут надо электричество отключить. Потому что, смотрите, веревка. Мы вот по этой веревке в прошлой серии пытались забраться. Насколько я помню, и... Ну-ка, что-то мы включили или выключили. Это не открывается. Storage data. Так, сейчас я буду на самом деле очень сильно тупить. Вот эту кнопку я на самом деле первый раз увидел. И я не знаю, что я ей сделал, но судя по звукам, судя по звукам, я ей ничего не сделал, этой кнопкой. Ну окей, давайте так. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Опа, подождите. Ну-ка. Да ладно, как я мог вообще не заметить вот эту вот штуку? Ну-ка. О, он еще и так может залезть, нифига себе. Ай, тихо упал. Так, давайте я загружусь. Потому что мне как-то больше нравится, когда у меня 70 жизней, а не 40. Вот, отлично. Ну, можно, конечно, было посадку помягче сделать, да? Но это я. Ладно, будет 41 жизнь. Я что-то, блин, в прошлой серии я не заметил вот этот вот выступ, смотрите. Сейчас я еще полчаса буду пытаться попасть туда. Да что ж такое? Тихо. Эть. О, смог. Смог, сохраняемся, хорошо. Ай-яй-яй. Вот это плохо, что я патроны трачу, поэтому... F5. Буду сохраняться на F5, потому что если я сохраняюсь так через меню, то я трачу патрон. О, осторожно, скользко, типа, да? А здесь у нас ничего не открывается, понятно. Да, провод оголенный, это опасная вещь, между прочим. Хорошо, что... Так, тут, конечно, скользко у нас. Ничего такого. Так. Оголенный провод, оголенный. Тихо.
Ну хорошо. Да ладно. Это я пытаюсь коробку разбить и не попасться на провод. Есть. Разбил, но, видимо, зря. Ну-ка. Да ладно. О, запрыгнул. Тихо. Вот, тут надо как-то уметь прыгать, короче. Зажимать приседания и после этого. И после этого быстро нажать на прыжок. И тогда он выше запрыгнет. Так, вот. Это мы типа отключили электричество, насколько я понимаю. Или чего-то я не понимаю. Ну-ка. Тихо. Так, ну-ка. Видите? Заставлено все коробками, понимаешь? О, нифига себе, это мы оттуда вышли. Да, смотрите. Вот это вот провод, который я хотел сейчас назвать висюлькой, но одумался. Вовремя одумался, кстати. Так, вот здесь вот я помню. А, хотя нет, нет, нам сюда не надо, нам нужно вот сюда. У нас же тут новая механика, типа... Мы же типа военные, мы теперь умеем забираться по веревкам и раскачиваться даже, прикиньте. Вот это вот и раскачиваюсь. Прямо вот ровно в дырку попал. Прикиньте, как научился в первой серии прыгать с веревок, что сейчас попал в дырку. Так, загрузка, ну-ка. Новая локация. Хорошо, что не новая глава, потому что... Так, потому что я что-то тут, знаете, начал... проходить именно по главам. А, да ладно. Так, давайте я сейчас загружусь, потому что вот этот ящичек, его надо как-то осторожненько. О, нормально. Вот так вот пододвинуть. Вот так. Прыгнуть на него. Вот так вот присесть. И попытаться теперь... Вот, отлично. Все просто здорово.
Ой, это кто? Давайте, сохраняюсь. А, слушайте, это не кис... А вот этого я друга напомню. Все. Так, у него что-то есть. Подобрал, типа. А, да, я видел автоматик, типа. Автомат я у него подобрал. Вот, патроны от автомата. Ух ты, нифига себе. Много. Так, тут баррикады. Мы сохраняемся быстренько. Пуш. Тут опять баррикады. И тут баррикады. А тут открыто. Элеватор. Лифт, получается. Так. Элеватор, значит. Так мы ж отсюда пришли. Получается. Да. Слушайте, мы пришли. Мы по кругу, что ли, ходили, получается. Не ломается. Может, нам сюда как-то запрыгнуть? Не, не запрыгивается. Ну-ка. Обратно залезть никак. Вроде залез. Да, скорее всего, нам как раз-таки сюда, обратно и надо прийти и залезть в другую. Вот сюда залезть, типа, нам надо. Но вот только как? А, может быть... Понятно, тут уже никак. Так, здесь мы не пройдем, понятно. Ну, как только сюда нам пробраться... Вообще какая-то ерунда получается. Чтобы вы понимали, я сейчас пытаюсь прыгнуть. Ну вот, высокий, ну, большой прыжок сделать. И при этом присесть в воздухе, чтобы мы смогли туда залезть. Вот эта коробочка, она у нас... никак не передвига... А, хотя, смотрите, я думаю, можно как-то ее передвинуть. Может, тебе сюда гранату кинуть? Так... А там я вообще не подвинул никак, да? Так, а если за дверь? Трачу гранаты. Не знамо на что.
Короче, смотрите, вот она подвинулась нормально, смотрите. Все, сейчас мы тогда все сделаем. Ну, тут бывает такое, что даже такая вот коробка, которая двигается, она вот застревает, короче, в каком-то месте. И все, и ее никак не вытащишь из-за угла. Да, смотрите, вот. Именно сюда мы хотели приползти. А, вот мы теперь сюда можем забраться. Да, ну, вот смотрите, теперь сюда можем. А зачем я сюда спрыгнул? Я не понимаю. Так, ночное видение убираем. Так, давайте еще раз попробуем. Туда мы не пройдем, потому что там некуда. Ить. Опа. Давай, 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 давай. Залезай по текстурам. Есть, залезли. Давайте здесь сохранимся. На всякий случай. И что нам это дает? Решетка у нас не ломается, да ладно. А чё, зачем я сюда тогда залез? Непонятно, что этот друг еще тут делает. Не понимаю вообще, что тут делается. Не знаю. Не знаю, что тут с этой трубой делать. Но на самом деле, мне кажется, раз тут ничего нельзя с этим сделать, значит, нам здесь делать нечего. Хотя, с другой стороны, а можно ли вот этот ящик поместить сюда? Давайте попробую это сделать. А, вот так вот можно еще его пинать. Только я вот не знаю, как его... А, вот как, понятно. Вот ящики вот эти вот, они, конечно, помогают, но... И вот так вот их перемещать, это такой геморрой на самом деле. Вот здесь где-то мы сможем перепрыгнуть, наверное, да? Ну-ка. Да, смотрите. Так, тут гранаты. Чья-то рука кровавая. Может быть, попробовать гранату туда закинуть? Ить. Да, рвануло еще. Еще как. Книги.
Окей, давайте сохранимся. Так, ну хорошо. О, аптечка, смотрите. Аптека это замечательно. Так, а мы тут были? Мы же отсюда пришли, типа. Так, обойти можно вот так вот. А, смотрите, ну-ка. Да, смотрите, это ломается. Может быть, можно будет... Ух ты! Так, это нам не надо. Так, Е в сторону. Неудобно тут... перемещать этот ящик. Наверное, я уже не первый раз это говорю. Да, ё-моё. Вот. Хорошо. Окей. Прыгаем сюда. Отлично. Загрузка, зачем я загрузку-то нажал? Прикиньте, хотел нажать на F5, а нажал на F6. Придется опять таскать с собой этот ящик. Вообще идеально сейчас. Видите, приноровился в таскании ящиков. Эта дверь зашумела, потому что я к ней спиной встал. Представляете, спиной дверь открывать закрытую. Каково это? Вот, теперь F5 нажимаю. Ой-ой-ой. Тут же у нас хедкраб. Так, а здесь у нас профессора током калашматит. Ой, я тут, кстати, забыл аптечку взять. Профессор. Ну вот я к тебе тоже присоединился, профессор, бедолага. Слушайте, давайте-ка я лучше вернусь сюда ведь, да? И возьму аптеку. И вот теперь я сейчас... сохранюсь еще раз на этом же месте. Готов. Хедкраб. Ладно, на профессора мы сейчас пялиться не будем, потому что нас тоже током шандарахнуло. Ну как он так вообще, а? Опа. Да отстань ты. Оп. Нам, по-моему, туда, да? Ну, для начала мы... сохранимся. Один патрон у нас тут остался в дробовике, да? О, здрасте.
Когда началась стрельба, я спрятался здесь. Боюсь, никто наверху не выжил. Ну да. Там одного током бьет. Помог бы ты ему? Так. Не понял. Откуда голос? Не понимаю. Понял. Сюда, наверное, никак не пролезть. Меня интересует, как тут вот эта дверь открылась. А, она с этой стороны открывается. Нифига себе. Так, тут мы были. Не открывается, ладно, идем. Идем обратно. Слушайте, какое запутанное место. Здесь у нас ничего нет такого. Так, экзит. А, нет, это же не тот экзит, который нам нужен. Ну-ка. Это у нас не сломается. Ладно. Вниз мы не пойдем. Вот нам надо куда-то как-то туда пробраться, я так понимаю. И ничего у нас тут не ломается. Надеюсь, что люди в лямбда лаборатории возьмут все под контроль. А я не понимаю. Голос оттуда слышен, но... Как туда дойти, я не пойму. Ну-ка. Может быть, опять ящик надо притаранить? Давайте притараним туда ящик. Ай! Да я тоже что-то не хотел ящик сюда скидывать. Я предвидел все это. Я все предсказал. И что мне...
Давайте посмотрим, где сохранялся. А, понятно. Слушай, может тебя закрыть здесь? А, нет, закрывать не надо. Когда началась стрельба, я спрятался здесь. Боюсь, никто наверху не выжил. Надейся. Хотя, с другой стороны, может быть, реально сюда как-то запрыгнуть, что ли? Так, куда ты пошел? Ящик. Эть? Так, здесь мы никак... никак. Прикиньте, тут никак. То есть тут вот и вот из-за этой части пола у нас никак не получается передвинуть вот этот ящик. Ну ладно, я хотя бы пытался. Может, гранатой жахнуть. Даже граната никак не помогает. Так, это я. Вот. Всего-то надо было наверх посмотреть. Так, тут у нас ребята оборонялись. Так, ой-ой-ой. Так, элеватор, все. Да. Давайте сейчас посмотрим. А кто это говорит, интересно? Откуда вообще звук? Так, здесь у нас никуда не залезешь. Бах. Аптечка, хорошо. Капрал Шепард, мы тоже отстали. Мы недалеко от тебя. Отойди подальше к эксплуатационной двери, мы собираемся взорвать ее. Чё? Ага, во, нифига. Ребята. Обосрался, капрал. Они откусили больше, чем могут проглотить. Да забудь о времени, но надо спасать собственные задницы. Ты с нами, капрал? Да. Видел других ребят из моего свода?
Отделение тихо! Иду, капрал! Я сзади! Да, кстати, помнится, было такое... Такая глава. Знаешь, кто командует этой операцией? По-моему, была такая, короче, глава в первой части, которая называется «Угораздило меня, и как раз...» «Забудьте о Фридмане». Так, давай. Точно, нас же учили, типа, инженер. Так, я нечаянно захотел с ним по лианам попрыгать. Капрал у вас обезьяна, поняли? На, нифига. Погнал смотреть. Видели, какой бодрый вообще. Поступил под ваше командование, сэр. Идем, давай. Вот, наконец-то. Давай идем. Разведкоманда, вперед! Что-то он с нами не идет, ну и ладно. Пускай он будет там. Огонь по своим. А, вот здесь, я думаю, что закончу данную серию. А, давайте я сразу же... сохранюсь. Вот, собственно, сохранено. Огонь по своим. Короче, вот так вот мы прошли уровень. Долго тут парился с этим, но все-таки преодолел. Вот. Что ж, это была игра Half-Life Opposing Force, дополнение к оригинальному Half-Life. Играли мы за Шепарда, за военного. Вот. Все это дело происходило в тот самый момент, когда случился каскадный резонанс. Параллельно нам где-то сейчас бегает Гордон Фриман, с ним что-то происходит. Вот. Такие вот дела у нас. Ставьте лайки, если вам понравилось. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на нее будет в описании. Подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующих видео. Всем удачи и всем пока. Раз, два, три, четыре. Это ты называешь отжиманием? Опускайся до конца! Ты что, совсем оборзел?